Всем хай, дорогие друзья! У нас, как говорится, новая неделя, новый транспорт, и сегодня мы смотрим байк Шиноби. Поехали! И, конечно, не забудьте поддержать меня лайком, подписаться, если до сих пор не подписаны, оставить свой эпичный комментарий. Всем спасибо! Ох ты, ёперное дерьмо! 2 миллиона 480 тысяч 500 баксов! Какого хрена, Rockstar? А чё не 5 миллионов, а чё не 10, не 20? Давайте синий, я синий транспорт особо не покупал в этом обновлении. Закажем его прямо сюда, гараж агентства. Всё, ребятки, будем ждать прибытия, тюнить и кататься. Поехали. Вот прибыл наш байк. Давайте его ещё раз осмотрим вокруг. Ну, на самом деле, внешний вид не сказать, что прям сильно какой-то новый. В отличие от того, что уже есть. Ну, ладно, что ж теперь. Будет у нас и такой дорогой байк в нашей коллекции. Так, давай тогда смотреть. Обтекатели. Задний обтекатель карбон. Да, кстати, этот байк можно вообще под карбон переделать весь. То есть тут уж как нравится. Но я бы хотел, наверное, все-таки не делать карбон. Потому что это на ходовые-то особо не влияет никак. А вот сделать так, чтобы, ну, чуть-чуть визуально было посимпатичнее, я бы сделал. Так, двигатель, глушитель. Такие два глушака. Ну, пускай будет. Я его, наверное, перекрашивать не буду. Давай, с темным обтекателем и карбон крылом. Давай. Так, передние крылья. Я вот хочу как-то, знаете, хочу как-то вот попробовать. Может, как-то все-таки на цветах сыграть немножечко. Бензобак. Давайте, наверное, черный сделаем. Не черный, мне кажется, как-то смотреться будет странно. Трековый. Клаксон. Ну, клаксон трогать смысла мало. Ага. Раскраска. Что у нас есть по раскраске такого? Как сказать? Не, есть что-то такое вроде симпатичное, но... Блин, яркий сделать такой весь, разукрашенный вдоль и поперек. Хотя бы для видоса. Ай, блин, не знаю, я хотел по-своему разукрасить. Ну ладно, давай сделаем. Пускай уж будет, это посимпатичнее будет смотреться. Номера, видите, я свои номера не могу сделать. Слишком много машин продавал. Так, доп. Цвет, эмблему мы не трогаем. Трансмиссия. Супер трансмиссия. Турбонаддув, супер турбонаддув. Колеса. Колеса я вообще в байке не сильно вижу смысл ставить, как-то менять. Потому что оно такое, что нахрен нам нужно, да? Ну, поехали тогда кататься. Что теперь делать? Так, давай тогда проедемся. Блин, ночь у нас, конечно. Так, теперь надо покататься так, чтобы не убиться нахрен. С этого байка. Оп. Нормально. Так, хорошо. Ну, поехали, чё. Тогда поехали. Как бы посмотрим, что тут и как. Ну да, видите. На самом деле, хотелось бы как-то, наверное, полетать где-то. Я, правда, не уверен, что у нас это получится. Я не помню, где тут есть места, где можно было бы взлететь так нехиленько. Так, ладно, надо за дорогой следить, пока мы не это... А, вот место есть, где можно взлететь хорошенечко. Вот тут же есть это, такой... Сейчас, если получится у меня на залететь, а то я плохо вижу тут подъем. Опа! Да, прыжок не выполнен, ну, потому что он у нас и так как бы был. Оп! Так, вы ничего не видели, вы ничего не знаете. Ничего не было, это показалось. Просто соринка в глаз попала. Ну-ка разгонимся. Разгонимся как следует.
Я не знаю, ребята, насколько этот байк быстрый, потому что я на байках очень мало катаюсь, и мне сложно судить на эту тему. Но единственное, что я могу сказать, то что действительно ощутимо. Едет он неплохо. Главное, еще сейчас не... Эй, привет, брат. Брат-байкер. Ах ты, перное дерьмо. Вот так вот и живем, да? Ух, блин. Вот именно поэтому, ребята, на байках-то я и не катаюсь никогда. Вот только вот поэтому. Уху! Ух! Давай! Ух-о! Блин. Но на машине так не сделаешь, согласитесь. В общем-то, вот такая вот у нас аппаратина есть. Вот такая вот штука. А, как бы не сдохнуть. Как бы не сдохнуть. Грёбаное дерьмо. Эх, брат. Бывает, бывает. Так, ну что ж, ребят, давайте-ка, наверное, здесь и остановимся. Оп. В общем-то, ну, смотрите сами. Я вообще не вижу смысла людям, вот, которые, ну, не ради это чего-то делают, не ради видео, не ради чего-то. Я не вижу смысла им брать этот байк, как бы. Я его, конечно, возьму, я его даже загоню в свой мотоклуб, где у меня есть места для него, вот сюда вот. И даже это я сделаю, но я не вижу смысла его покупать просто так вот, если ты просто играешь в GTA Online. Мне это понятно, зачем он нужен. То есть я не вижу смысла его, конечно, просто так покупать. Может быть, конечно, в гонках на скорость он будет очень хорош, получше, чем Шатар и еще что-то. Но так, ничего из себя, вот я не вижу, чтобы он из себя представлял вообще. Поэтому... Судите сами, пишите в комментариях вообще что да как. А я поеду, поставлю его. Продавать не буду, но не знаю, зачем мне его использовать. Как у нас будет еще один байк, выйдет скоро тоже. И это, скоро контент подойдет к концу как бы. Все, ребятки, до новых встреч. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите мнение в комментариях. Увидимся.